Добрый вечер, дорогие друзья. Давайте поговорим об основах инфодайвинга и о том, как его можно применять в жизни. Очень много людей задают вопросы, а что это, а как я это дело применю, насколько это все живое, неживое и применяемое в жизни. Вот я взяла доску, да, и буду на ней рисовать. Вот как-то мне надо сесть так, чтобы я ее еще держать могла. Вот смотрите, та ситуация, которая есть сейчас на рынке, и в бизнес-структурах, давайте с бизнеса начнем, это самое простое, да, есть у нас бизнес-структуры, и успешный бизнес развивается. Годам к 50 владелец бизнеса, иногда чуть больше, чуть меньше, начинает задаваться вопросами бытийности. У него уже все есть. Дети выросли, семья, достаток и так далее. И он начинает задумываться о душе, о духовном развитии, о том, реализовался ли он в жизни, о месте в раю. И очень многие вот эти размышления приводят к тому, что либо впадают в депресняк и начинают бухать, либо начинают активно помогать церкви, пожертвования делать и так далее. То есть подменяя понятие, в зависимости от того, какая программа в них сработает, подменяя понятие на место в раю, типа они там его могут купить. И при этом он на какое-то время чувствует душевное спокойствие, а потом снова заваливается. И снова пожертвования, или снова бухать, или снова какие-то проявления, кто-то молодых жен находит. То есть это называется кризисом среднего возраста, и это нормально. А у людей успешных это совсем нормально, и это на каждом шагу сегодня видно. Опять-таки, если спросить этого владельца бизнеса: «Господин хороший, а как ты видишь свой бизнес, когда он будет наиболее прибыльный и наиболее успешный?» То, наверное, одно из основных его желаний будет, чтобы люди, которые приходят к нему на работу, были счастливы и работали максимально эффективно, чтобы они творили, чтобы они жили его бизнесом. Поэтому сейчас очень многие бизнесмены берут молодых сразу после вуза студентов и пытаются вот на их вот этих идеях, на их мотивации, на их каких-то обучениях, всем иметь какие-то новые бизнес-идеи, иметь какой-то вот этот молодой поток энергии, задор. И вот понимаете, это вот перекошенное общество, которое у нас есть, не догоняет одной штуки. Вот давайте мы просто по схемам я разрисую, что куда, и станет очевидно. Когда схему рисуешь, все видно. Вот смотрите, вот мы имеем бизнес, бизнес-структура. У бизнес-структуры есть директор, и у бизнес-структуры есть группа. Назовем это так, это подчиненные. Директор может быть владельцем, а может и не быть владельцем. Вот в случае, если раскладывать по Гуническому театру, в случае, если это владелец, да, пока совместим, то мы начинаем узнавать у владельца, каковы же его цели и задачи, да, и как он может их реализовать в жизни, и все, что касается его. Раскладываем владельца относительно его бизнеса. Инфодайвер. Смотрит его предназначение. Все, что касается дальнейших вариантов развития событий, но главное предназначение и варианты. Вот из этого делается вывод. Глубинно можно расшарить всю информацию по человеку, и дальше делается вывод, он вообще совместим с этим бизнесом или нет. Если это владелец, и его деньги крутятся там, то имеет смысл тогда между владельцем и группой поставить прокладку директора, да? И тогда такую же работу провести вот с этой прокладкой, которая будет называться директор. Точно так же инфодайвер ныряет и вот эти вот вещи все расписывает, да? Но это еще не все. То есть вот с этой частью мы определились. Ну вот расписал он у него. Но у каждого из этих людей, когда с ним начинает работать инфодайвер, уже все, мы вносим энергию и информацию в информационное поле этого человека. Мы уже взаимодействуем с бессознательным, и бессознательное моментально выдает свою реакцию. А реакция, чтобы максимально человека выпулить на путь своего предназначения, максимально помочь ему в развитии. И в таком случае требуется следующая помощь, это помощь инфотюнера.
Инфотюнер – это тот, кто настраивает программы в бессознательном человека. Тот, кто убирает травматизм – это вот то, что мы делаем в круге. Вот этот магический круг, когда мы закручиваем энергию, разбрасываем программы, удаляем травматизм. И инфотюнер – задача – вскрыть ресурс человека энергетический. Тот ресурс энергетический, который сокрыт в нем блоками и который надо пустить на цель. Цель, которую поставил либо директор, либо владелец для этой фирмы. Да? И вот этот ресурс уходит на цель. Мы его туда забрасываем. Это их ресурсы пока. И это уже отрабатывает инфотюнер. Аналогичная работа может быть проведена с группой. И с группой, отработав каждого человека, видно, что вот этому человеку вообще надо цветочки на даче сажать, а этому клубничку полоть, да, нечего ему делать в бизнесе. И представляете, вот куча людей, они уходят на путь своего предназначения, а штат остается. Он, во-первых, сокращается очень сильно, а во-вторых, остаются те, у которых произошел вот в этот вот энергетический выхлоп. Те, кто проходил наши круги, и те, кто вот прорабатывал вот этот вот ресурсную вот эту часть, они же как заведенные потом творят. У них идеи, у них фонтанирует столько жизненной энергии, что еще попробуй угомони. Это после одного круга. А если таких кругов делать энное количество и убирать травматизм, потому что наша психика имеет такую особенность. Ты убрал верхний слой, проходит неделя-две, и поднимается какой-то пласт следующий. Убираешь под ним новый ресурс. И чем глубже, тем просто... Просто фантастические ресурсы, фантастические, когда мысль материализация. Вот этой энергии хватает на все. Начинается настоящая магия, начинается синхрон человека с собой. Человек вибрирует на очень высоких частотах, поэтому конкуренции, раздрайва, ругани и всего такого просто в этих коллективах не будет. Человек будет счастливый лететь на работу, потому что его прет. Это состояние безудержного счастья. Я просто с такими людьми живу, общаюсь, и когда я выхожу из этого круга, иногда окунаясь в наш социум, или сталкиваясь, не дай бог, с бизнесом или с административом, это ужас. Я не знаю, люди, как вы так живете, но вы сами портите свою жизнь. Итак, вот при таком раскладе у нас рождаются две специальности – инфодайвер и инфотюнер. И эти специальности, они могут приносить доход. И этим специальностям можно обучать. У меня обучение инфодайвингу с человеком занимает от 3 до 6 месяцев. Да? Вот из опыта. На сегодняшний день 6 человек, кто уже, получается, достает достоверную информацию. Господа, это хорошие результаты. Это великолепные результаты. Дальше мы поговорим о том, что можно творить и как можно творить в следующем ролике. Здесь заканчивается аккумулятор. И Вселенная говорит, давай помолчим и дадим людям подумать. До новых встреч, друзья. Сегодня у нас будет еще стрим. Слушайте, смотрите, задавайте вопросы.